Друзья, всем привет! Угадайте, что я делаю. А я делаю здесь грядку, которая будет у нас луковая, и она будет постоянная. Постоянно будет здесь лук в этом месте. Недалеко вот крыжовник, то дерево, вот цветочек. Вот такое расстояние. Вот лучок. Это вот спасибо дяде Мише за лук. Он нам его дал. И как я это делаю? Ну, не думаю, что это кому-нибудь интересно, но вот. Просто сажаю. Ой, показываю совсем не то. Вот выбираю тот, что получше. Выбрал вот и пошел садить. Вот так, вот так. Так, взял еще. В принципе, густенько, но они там нарастут, и сами луковички нарастут, и нам больше оно как на перо надо. Сейчас стоит ветер, знаете, все высыхает. Вот, друзья, вот такая вот получилась луковая грядка. Вот до этого момента. Здесь видно, вот лучок. Вот так. Вот такая она. Еще раз спасибо дяде Мише за лук. Эта грядка пока вот такого размера, но я думаю, что она уменьшится в 2 раза. И будет у нас постоянной вечной грядкой. А пока вот такое вот. Тюльпанчики уже пораскрывались. Красота. Ну, как бы на сегодня это все, что я хотел вам показать. Ну, всем пока, до новых видео.